Значит, как ценить год Путина? Ну, давайте сообразим, да, после чего он наступил. Значит, у нас 4 года был так называемый тандем. Ну, вообще говоря, это была такая веселая конструкция, потому что и чиновники немножко оживились, потому что они не знали, кто теперь главный, на кого ориентироваться, всячески пытались там что-то сделать, возникали какие-то надежды у людей. Значит, ну, даже и все закончилось, в общем, вот мы знаем, да, там массовыми выступлениями, период парламентских и президентских выборов. Собственно, вот целый в течение года Владимир Владимирович Путин изживал наследие тандема, да, и, ну, на мой взгляд, ему это удалось, да, поэтому я боюсь, к сожалению, да, что вот год прошел, наследие изжито, и мы впадаем в достаточно застойное время, когда никаких особых интересных движений не будет. Все ясно, никаких там вертикальных лифтов работать не будет. Как бы чиновники сидят и будут сидеть на своих местах, там только перемещаясь туда-сюда. Ну, поэтому, вот, честно говоря, мне этот вот год прошел, и я никаких особых перспектив не вижу.